Ольга Папанова основную часть своей профессиональной деятельности отдала работе в отделе по делам несовершеннолетних. Сегодня подполковник полиции возглавляет службу делопроизводства и режима межмуниципального управления МВД России «Одинцовская». Основная задача – это регистрация документооборотов, регистрация документов, всех входящих документов, всех исходящих документов, документов с грифом «секретно», с грифом «ДСП». Это обращение граждан также проходит через нашу регистрацию в нашем сервисе электронного документооборота. Именно в это подразделение поступает вся корреспонденция. Только за прошлый год сотрудники приняли почти 50 тысяч входящих документов. Нагрузка на коллективе отдела делопроизводства большая. Здесь главное – внимательность и аккуратность. Все документы должны быть правильно зарегистрированы и отправлены по назначению. Основное, конечно, требование к сотруднику – это исполнительская дисциплина, это ответственность, очень большая ответственность, потому что, естественно, за все это отвечают именно инспектора отдела делопроизводства и режима. Коллектив отдела делопроизводства и режима полиции преимущественно женский. Возраст разный, здесь и молодые сотрудники, и люди, которые всю жизнь посвятили работе в органах внутренних дел. У каждого своя история и свой круг обязанностей, с которым делопроизводители справляются на отлично. Огромное им спасибо за тот вклад, который они вносят в целом в систему МВД, за их ответственное отношение к работе, потому что безответственность она просто у нас неприемлема. Службе делопроизводства и режима МВД России 215 лет. Именно столько структурное подразделение полиции обрабатывает всю входящую корреспонденцию, в том числе и под грифом «секретно». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».